По иронии судьбы, 31-летний житель Зубово-Полянского района, будучи обычным пассажиром, стал угонщиком. Дознаватели завели на него уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством. Предварительно данным, 10 апреля текущего года 24-летний житель села Устье находился в развлекательном заведении в Пензенской области. Около 2 часов ночи к нему подошел ранее неизвестный молодой человек и попросил довести до Зубово-Полянского района. На просьбу незнакомца водитель «Лада Приора» согласился, решив таким образом подзаработать. По дороге потерпевший заехал на АЗС. Он вышел из автомобиля и направился к кассе, а пассажир остался в салоне. Как только водитель скрылся из виду, подозреваемый пересел на его место и уехал в неизвестном направлении. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения на автозаправке. Доехав на угнанном авто до села Аким Сергеевка, злоумышленник бросил его, а сам уехал на такси домой. Потерпевший, не обнаружив свои автомашины на заправке, позвонил в полицию. Правоохранительными органами автомобиль был обнаружен в технически исправном состоянии, подозреваемый задержан по месту жительства. Екатерина Чермянина. Программа «Происшествия».